Я круче своей дочери. Конечно, я круче. Я круче, чем моя дочь. Какая разница, сколько нам лет? В душе навсегда 17. Шоу «Горячие мамочки» находят удивительные парочки. Глубокое декольте мне однозначно идет. Ты меня бесишь. Ты посмотри, как ты-то одеваешься. Посмотри, джинсы варишь. Мама, которой надо повзрослеть. Меня закалили 90-е. Я не убиваю. Или дочь, которая больше похожа на бабушку. Жюри принимает решение, кто должен измениться. Мама, дочка или они обе? И наши стилисты все расставляют по местам. Объем-то мы сохраним. А волосы? А волосы нет. Как получится. Валя! О, боже мой! О, май гад! В нашей жизни часто случаются неприятности. Мы нервничаем, раздражаемся, кричим и срываемся на своих близких. Потому что посторонний человек может ответить нам тем же. А близкие стерпят, потому что любят нас. А мы любим их, несмотря на все разногласия. Это программа «Горячие мамочки». Смотрите нас! Совсем скоро вы увидите, как сестры не могут найти общий язык. Ни маникюра, ни прически, ни макияжа, ничего. Еще бы я с маникюром, с прической выходила из самолета. Ты всегда такая, ты сейчас такая же сидишь. Одна бесконечно клубится, а другая с утра до вечера сидит за контрольными и готовится к семинарам. Она одета, как бабушка. Бабушка! Кать, я тебя звала сходить на семинар, ты сходила? А прямо сейчас мы подсмотрим за одной московской семьей, где дочка и мама мечтают выдать друг друга замуж. 25 лет, Кристина. Я когда надо, тогда найду себе мужика и все, что мне надо. Дочка в шоке от нарядов своей мамы. Она одевается как в 80-х, очень вульгарно. А мама хочет, чтобы дочь стала настоящей женщиной. Только в голом виде можно понять то, что ты у нас девушка. Покороче не могла вообще сделать. Покороче, вот это вот убери сначала. Это вообще мотня, это штаны, а вот это вообще что такое? Это мужиков только надо забывать. Я очень люблю клубы. Минимум 2-3 раза в неделю я хожу с друзьями в клубы. Люблю ночную жизнь, тусовки, вечеринки. Очень люблю громкую музыку. Я очень возбуждаюсь, когда я слышу большую громкую музыку, огни. В интернете, конечно, много можно найти мужчин. Иногда пишут даже женщины. Я с кем бы ни встретилась, это все не тот контингент, с которым можно что-либо построить. Вот, только в голом виде можно понять то, что ты у нас девушка. Мам, не начинай, я никогда в жизни в твоих шпильках не буду ходить, как ты ноги ломать. Удобная обувь, между прочим. Пора тебе задуматься уже о семейной жизни. 25 лет, Кристина. Мам, я так уже устала от этих разговоров. Посмотри, сколько молодых людей хороших. Не хочу. Не хочу. Ты великая нехочуха, что ли? Я когда надо, тогда найду себе мужика и все, что мне надо. Когда твое надо? Жду. Здрасте. Вот я к вам в гости, мама. Кристина, здравствуйте. Очень приятно. Я вас так себе и представляла, вы знаете. Все, как вы сказали. Спасибо большое. Так, девочки с хорошими фигурами, вот почему они не носят платье? Это неудобно. Ну шпильки можно ноги сломать, а вот все это облегающее, слишком облегающее. Ну, что это такое? Это называется «Мы пришли в цирк». Клоунские ботинки с бантиками такими. Я понимаю, шпилечка и походочка от бедра. О, мама знает, делится секретами, понимаешь? Так если бы она это применяла, то... Чего, нет? Компьютер только мой друг. Не нашлось еще того, кто мог бы поразить мое сердце. В общем, ты поднакопилась у вас вопросов, замечаний друг другу. Чувствуешь, что надо поговорить с каждой в отдельности. Ну, вперед. Она одевается как в 80-х, очень вульгарно. Кристина очень хочет выдать вас замуж, если честно.
как бы я хотела ее выдать замуж. Вам не помешали бы каблуки и юбка? То вы смахиваете на мальчишку. Я говорила. Ой, подумаешь, какой-то семинар. Кому он вообще нужен? Мне 20 лет, что хочу, то и делаю вообще. Кристин, по-моему, у тебя слишком много претензий к собственной матери. Тебе не кажется? Она одевается как в 80-х, очень вульгарно. Мне это очень не нравится. Так она никогда себе никого не найдет. Ой, а это самоцель, да? То есть найти кого-то надо? Конечно, надо. Ну как же? Чтобы она наконец уже отстала от меня. Наталья, вот ваша дочь Кристина утверждает, что вы очень много времени торчите в интернете. Вы ищете свою судьбу там непосредственно, да? Не исключено. Кристина очень хочет выдать вас замуж, если честно. Как бы я хотела ее выдать замуж. Ей же еще рано, ей 25 всего. В 25. В 25 я имела уже трехлетнюю дочку. Кристину? Да. Ага. Ее подружки завидовали ей же. То, что у нее такая молодая мама. Сегодня наша компетентная и ни от кого независимая жюри состоит из системных администраторов. Будьте уверены, они знают толк в женской моде. Здрасте. Здравствуйте. Прямо сейчас я познакомлю вас с двумя красотками. Мама и дочка. Вам нужно будет оценить их внешний вид и понять, кто из них должен отправиться на встречу со стилистом для того, чтобы полностью поменять свой имидж. Опа. Нет. О, нет. Что? Нет? Мне кажется, их обеих надо. Дочери бы причесочку поменять. Или на усы и парик, или отрастить. Девушке не подходят такие вот сапоги, они больше для солдат. Ну, по крайней мере, вот она выглядит как пацан. Блин, мне кажется, мама, кстати, достаточно неплохо выглядит. Солидно для ее возраста вполне. Я бы предложил поменять цвет одежды на более яркий, потому что он не подходит ей. Друзья мои, мне кажется, что вы так и не смогли вот сейчас прийти к единому решению, но, возможно, после короткого совещания вы сможете выдать нам одно. Кто из этих двух девушек, мама либо дочка, должны отправиться к стилистам на переделку? Здравствуйте, девушки. Здравствуйте. Расскажите нам, как вы себя чувствуете перед вынесением вердикта нашего жюри? Ну, прям как судья, на самом деле. Да. Наталья, как на иголках. Могу вам сказать, что мнения были разные. Про вас, Наталья, говорили, что вы в отличной форме. Жюри отметило и вашу спортивную фигуру, Кристина. Ну, я ж танцую, я всегда. Да, но правда сказали, что вам не помешали бы каблуки и юбка, то вы смахиваете на мальчишку. Я говорил. Наталья, вы не горячитесь, потому что ваш образ многим показался вульгарным. Как вы думаете, кто из вас отправится к нашим стилистам? Она. Я почему-то не сомневалась, что именно вот так и будет. А у меня для вас сюрприз. Ой. Да вы что? Да, да. Вы обе отправляетесь к нашим стилистам. Черт, нет! Да! С мнением нашего жюри не спорят. Блин. Я смотрю, вы рады друг за друга. За нее, да. Ну что же, стилисты ждут вас. До встречи. Мы сделаем более утонченный макияж. Над волосами поработать придется немножко больше. Я предлагаю долой люрикс. Предпочитаем элегантность. Отдаюсь в ваши руки. А куда вам деваться? Предлагаю избавлять Кристину от излишней жесткости и мрачных тонов в одежде. Несмотря на то, что стрижка уже достаточно короткая, все равно пытаюсь сделать ее более женственной. А также женственный макияж. Круто. Я согласна. На самом деле у меня вот вся эта покраска ассоциируется со свадьбой моей подруги. Я так хотела, ей понравилось, что я просто, мы нанялись лица, и она мне что-то там начудила. Я тоже себя в зеркало смотрела, думаю, боже мой, что это такое вообще? Так вот, что с волосами были? Я себя не вижу. Может быть, меня поярче надо накрасить? Мне кажется, все хорошо. Да. Надо ярче. И совершенно не обязательно обтягивать себя люликсом. Посмотрите, вы стали элегантной, ну, я пока современной европейской женщиной. Пока что я себя не видела. Ну что же, Наташ, скоро все тайное станет явным. Волнуйтесь. Есть немножко.
Вау! Я ли это? Хорошо. Ну, конечно, непривычно. Бледновато, скажем так, чуть-чуть. Ну, и юбочку бы я сделала, скажем так, покороче. Но я себе очень рада. Спасибо, мальчики, девочки. Вы постарались. На славу. Прически, ни макияж, ничего. Ой, подумаешь, какой ты семинар. Подумаешь, какой ты клуб, а что? Мне 20 лет, что хочу, то и делаю вообще. Она где так, как бабушка. Как бабушка. Ну что, Кристин, вот девушка, как тебе красиво. Просто я прям как не в своей тарелке, на самом деле. Валя! О, боже мой! Это я, боже мой. Да, видели бы меня сейчас мои друзья. И что бы они сказали, как ты думаешь? Они бы сказали, это ты? Ну, сказали бы, наконец-то, наверное. Ну, а так мне кажется, мило. На растерзание наших стилистов были отправлены обе героини, мать и дочь. Как они встретятся, как отреагируют друг на друга, об этом узнаем буквально через секунду. Входите! Ничего себе! Блин, мама, тебя не узнать. Доча. И меня тоже, да. Я на каблуках в кои-то веки. Да, это для меня неожиданность. Юбочки, я тебя не видела с детства. Какие мы у тебя с тобой красивые? Мы с тобой вообще. У меня ты красивая. А у меня ты? Ну, значит, мы с тобой красотки. Ну что, теперь можно и замуж пойти? Пойти можно и нужно. Пойдем? Пошли замуж. Ученые всего мира так и не пришли к общему решению, что лучше – красота естественная или нарисованная. Главное – не бояться быть собой. А если вы считаете, что у вас что-то не так, приходите к нам, мы обязательно вам поможем. Здравствуйте, я юрист. Можно я в этом вот буду у вас в компании работать? На практику, и всем даже очень понравилось. Юрист должен быть не только умным, но еще и красивым. Блин, хоть бы раз сходила куда-нибудь, я же тебя столько раз звала, ну, Маша, как так можно, а? Кать, я тебя звала сходить на семинар, ты сходила? Ой, подумаешь, какой-то семинар, кому он вообще нужен? Клуб, а что? Мне 20 лет, что хочу, то и делаю вообще. Может быть, она и выйдет, конечно, замуж. Я не знаю, а вдруг не получится, что тогда? Как она без какого-то образования, без работы, которая сможет ее полностью обеспечить, как она будет потом жить. Это высшее образование нафиг не нужно. А, я маленькая была, мама на кухне сидела. Я, значит, открыла ее косметичку, взяла яркую помаду, накрасила губы. Прохожу к маме, смеялась, говорю, ну, доченька, тебе хорошо. На самом деле, я вообще не понимаю, как можно утром проводить час перед зеркалом. Я лучше посплю это время. И не вижу смысла эти каблуки. Это же неудобно. Такая погода на улице. Дождь, слякоть. Легче в кроссовках дойти. Я так обрадовалась, что моя сестра переехала в Москву. Думала, мы будем с ней вместе жить, ходить по клубам, веселиться, наряжаться. Вышла из самолета просто как серая мышь. Ни маникюра, ни прически, ни макияжа, ничего. Да в дороге все такие. Еще бы я с маникюром, с прической выходила из самолета. Ну ты всегда такая, ты сейчас такая же сидишь. Мальчик, знакомый, вместе учимся в универе, Ваня. Хотела ее познакомить с ним. Думаю, сойдутся характерами, внешне такой хороший мальчик, думаю, понравится ей. Ничего у них так и не вышло с Ванечкой, хотя он такой хороший молодой человек. Да, он просто тупой, мне с ним даже поговорить не о чем.
Ну, постоянно говорят, что вот, ну ты не женственная, у тебя там, ну вот могла бы каблуки надеть, может быть, что-то там декольте побольше. Ну, это не мое. Откройте, мы пришли к вам с приветом. Здравствуйте! Здравствуйте! Ждете меня? Конечно, ждем. Ну что, пойдем посмотрим ваш гардероб, девочки? Идемте. Только полсилас. Катя и Маша, мне кажется, сложно найти двух таких абсолютно разных сестер. А давайте начнем с вас тогда, Катенька. Вы вот сразу, видно, куда-то собрались. Нет. Мы вас сейчас отвлекаем. Вы в клуб, наверное, шли, да? Нет, я всегда так она вижу. Даже дом такой. Люблю наряжаться, хорошо выглядеть. Ну, а мы одеты по-домашнему, в принципе. Я всегда так хожу, если честно. Я чувствую, что девочек пора разводить по разным комнатам и пообщаться с каждой наедине. Маша, скажи, тебе правда интересно учиться? Нет, почему? Ну нет, учиться интересно, но у меня есть другие развлечения по жизни. Правда? Например, какие? Сканворды? Такая, меня выставляет ботанище. Ну, сканворды, я встречаюсь с друзьями, хожу в кино. Катюш, скажи, вот Маша утверждает, что ты вообще ни о чем не думаешь. Очень легкомысленная, и даже с учебой у тебя как-то не ладится. Да нет, почему? Я совмещаю учебу и уход за собой, какие-то веселья, мероприятия, вечеринки. Я считаю, что для женщины карьера не главное. Главное – семья. Карьеру пусть строит муж. Женщина должна ухаживать за собой, следить за семьей, за детьми, любить мужа. Как думаете, кто это будет? Я знаю, кто это. Ну что, девушки, готовы услышать решение нашего жюри? А в жюри у нас сегодня те, кто знает не только английский и русский, но также могут общаться друг с другом на языке тела. Очень надеюсь, что они с нами поговорят по-человечески. Итак, сегодня в роли экспертов у нас танцоры разных жанров. Здрасте. Здравствуйте. Ой, вам сейчас без разминки, без растяжки. Прямо сейчас предстоит оценить двух девушек на глазок. Ну и выяснить, кто из них больше всего нуждается в переменах. Красиво, классно. Мне кажется, та, которая постарше, ей одежда слегка великовата. И тут что-то одежда уже донашивает. Мне кажется, вторая со стилем переборщила. Если я ее встретил на улице, я подумал, что она с показом ног. Она одета как бабушка. Как бабушка! Вот мне кажется, что вот от нас левая, вот левая, да. Мне кажется, вот у нее все в порядке. Правда? Ну, такое ощущение. А правая, ну, в тех моментах чертовы, мне кажется. Может быть, другая одежда раскроет ее характер. Просто мне кажется, она прячется за этой одеждой, за этой мешковатостью, за то, что она так не хочет показывать свою фигуру. Может быть, стоит чуть-чуть приоткрыться и просто заплести косичку, перехватить какой-то бесцветной резинкой. Мне кажется, это не стиль и точно не стиль на выход, и не точно не стиль на выход в Москве. Пожалуйста, примите какое-нибудь решение, кто из них отправится к нашим стилистам. Да? Окей. Да. Девчонки, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу хочу вам сказать, что вы понравились нашему жюри. Отлично. Вы рады? Да. Но на самом деле вам не хватает перемен. Одной из вас, как решила наша жюри. И как думаете, кто это будет? Я знаю, кто это. Кто? Маша. Катя. Жюри у нас суровое, но справедливое. Маша, ты же хочешь быть певицей. Да, хочу. Ты девушка милая, но тебе не хватает выразительности, яркости. Катя, ты знаешь, тебе тоже досталась порция критики. Ну, возможно. Догадываешься, за что? Может быть, я слишком яркая, экстравагантная, не знаю. Но мне нравится мой образ. Ты же хочешь работать в фэшн-индустрии, насколько я знаю. Да, мечтаю об этом. Вот, и тебе порекомендовали научиться правильно сочетать одежду. А еще тебе не мешало бы научиться ходить на высоких каблуках. Ну что, девушки, готовы услышать решение нашего жюри? Готовы. Да. Кто же из вас отправляется стилистом? И сегодня это будет... Маша! Ну ладно, давай пока, счастливо. Маша, ты как-то растерялась сразу. Ну, ты я, рада? В принципе, ожидала этого. Ну что же, тогда стилисты ждут тебя. Хорошо. До встречи. Ну что, Мария, столько много уроков задаешь, что некогда пойти переодеться даже, да? Ну, практически. Я не вижу смысла. Мне кажется, тебе нужно стать немножко более сексуальной, немножко открыться. Выровнять цвет лица, подчеркнуть глаза. В общем, сейчас мы тебя срочно переодеваем. Перекрашиваем. Только не блондинку.
Так это блондинка? Не надо, что? Было почему? Я красотка. Можно меня будет не очень коротко постричь? Я просто не люблю короткие стрижки. Но даже в детстве я как-то себя постригла, подошла к зеркалу, остригла себе челку, потом расчесалась, опять остригла себе челку. В общем, таким образом образовался на голове хохолок. Ракес. После этого креатива. Мария, не осталось следа ботанички. Стены твоего учебного заведения дрогнут. Умные девушки могут быть не только умными, но и красивыми. Я прям очень волнуюсь, я не знаю, мне кажется. Сейчас. Ну что же, хватит уже волноваться, смотрите на себя. Боже мой. Я не знаю. Ну, очень красиво, правда. Чувствуете себя? Знаете, как на обложках вот девушки бывают, вот прям вообще офигенно. Челка нравится? Челка вообще, я еще... Правда, изюминка появилась в тебе, пыталась, да? Я пыталась сообразить, как же это во всем будет выглядеть, вот, ну, такого не ожидала. Кать, хочешь увидеть сестру? Очень хочу. Не терпится? Да, не терпится. Скорее бы уже. Ну что же, Маша, заходи. Катись. Я знала, что тебе понравится. 100%. Класс, такая яркая. Мне тоже очень понравилось. Не странно. Прическа непривычная тебя видеть так. Туфли вообще. Класс, такие ноги длинные, Маш. Всегда надо такие платья носить. Теперь буду. Самой захотелось измениться? На Машу посмотрела, да. Мне понравилось. Обещайте, что ссориться перестанете? Все, ну как с ней можно теперь будет ссориться? Нет, я теперь тоже не буду. Как это здорово, когда на твоих глазах преображается человек. Когда вызывающе одетая мамочка становится элегантной дамой, зубрила студентка стильной элегантной девушкой, а их родные не сдерживают слез радости. Это была программа «Горячие мамочки». Смотрите нас. Пока!